Обложка из пластинок или вышитой ткани, внутри рукописный текст. Эти маленькие книжки о родном крае написали и оформили маленькие самарцы. Миниатюрные шедевры можно было увидеть на книжном фестивале «Время читать. Волжский текст». Книжки ребята сделали для конкурса детской областной библиотеки к 170-летию Самарской губернии. Конкурс продолжается до конца сентября, после чего лучшие издания станут частью уникальной выставки. Планируем выпустить также каталог, оцифровать все книжечки, то есть, чтобы они получили известность, потому что такую красоту и такие шедевры, они не должны остаться, по-моему, незамеченными. Фестиваль удивлял гостей не только книгами. Творческие встречи с автограф-сессиями провели 13 известных российских писателей и поэтов. В режиме нон-стоп прошли 50 лекций и интеллектуальных дискуссий, а также различные мастер-классы и выступления музыкантов. Интерактивные площадки в Струковском саду оценила и глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с организаторами и гостями фестиваля, который провели специалисты Самарской областной библиотеки при поддержке регионального министерства культуры. Хочу поблагодарить от всего сердца наших партнеров, всех, кто принял участие, потому что в этом году книжный фестиваль захватил просто все организации, которые так или иначе имеют отношение к чтению в этом городе. Фестиваль проходил уже во второй раз. Он стал семейным праздником. Здесь интересное дело для себя смогли найти гости всех поколений. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.